Всем доброго времени суток. Буквально недавно закончилась официальная церемония взвешивания. Игорь вошел в вес 84 300. Егошний соперник Ибрагим Чужигаев вес не попал. Его вес 85 300. Но тем не менее бой состоится. Представители Ибрагима подходили к Игорю, спрашивали его согласие, на что Игорь сказал, что он приехал сюда драться, приехал сюда побеждать, и он готов драться. То есть для него не имеет это значения. Вот и все. Также хотел сказать, что завтра нам будет помогать симулировать Данежда Мугинбаев. Большое ему спасибо, что он прибыл с нами на это мероприятие. Напоминаю, завтра начало 21:00 по Астане. По каналу «Боец» будут показывать прямую трансляцию. Смотрите, болейте за Игоря. Не забывайте подписываться на канал Fighting Submission, проект нашбоец.кз. Также следите за новостями в мире единоборств. Всем всего хорошего.